25 мая последний звонок прогремел в общеобразовательном лицее региональный Давузовский комплекс. На празднике в Доме народного творчества, где собрались лицеисты, родители, преподаватели и почетные гости, побывала и наша съемочная группа. Последний звонок не выделен красным цветом в календаре, но отмечает его вся Россия. Для 30 выпускников общеобразовательного лицея региональный Давузовский комплекс – это особый день. Позади годы упорной учебы, а впереди – взрослая жизнь. Я надеюсь, вот, что те условия, которые у нас – последний звонок, и вот всевозможные мероприятия с ребятами, которые мы проводим регулярно, и самоуправление у нас замечательно работает. Все это будет способствовать, как мне кажется, формированию нормальной личности, которая будет учиться, а потом трудиться во благо нашей великой страны. За 11 лет этот класс смог доказать все теоремы, подтвердить все аксиомы и вывести свои формулы успешной работы. Это качественное образование и развитие способностей. Наш лицей отличается от других учебных заведений города Твери тем, что он профильный, и тем самым это позволяет лучше и качественнее подготовиться к экзаменам по выбору. Я выбрала физико-математический профиль, и это мне позволяет мне качественнее подготавливаться к экзаменам. Я обучался в лицее на протяжении 6 лет. Я очень рад, что я выбрал именно это учебное заведение, потому что на протяжении всего этого времени я участвовал в различных конференциях и конкурсах, и благодаря полученному опыту могу уверенно идти дальше по жизни. Благодаря поддержке преподавателей и родителей образовательная программа была освоена лицеистами в полном объеме. Так что к сдаче ЕГЭ они готовы. Хочется, конечно, сказать большое спасибо моим педагогам. Благодаря ним мне не пришлось обращаться к услугам репетиторов. Я уверена в своей подготовке к экзаменам, которые меня ожидают впереди. Я уверена, что я успешно поступлю в вуз, который я хочу. Поздравить выпускников общеобразовательного лицея региональный Давузовский комплекс и разделить с ними счастливые мгновения пришли почетные гости и первоклассники. Они пожелали молодым людям смело идти к своей мечте, быть честными, целеустремленными, трудолюбивыми гражданами нашей страны. Успехи, которых добьются эти ребята, безусловно, послужат процветанию Верхневолжья и всей России.